Книга перемен онлайн. Знаменитая китайская книга перемен более 4000 лет. Она содержит всего 64 символа, гексаграммы, их толкования. Каждая гексаграмма, в свою очередь, состоит из 6 сплошных или прерывистых линий, располагающихся в разном порядке. Эти линии обозначают последовательные ступени развития ситуации. Прямые активные, разорванные пассивные. Гадание по книге перемен онлайн производится так. Вы бросаете монетки, которые определяют, какую линию рисовать, прерывистую или сплошную. Чтобы определить дальнейшее развитие ситуации, бросаете монетки еще 5 раз, итого 6. Толкование гексаграмм производит программа, которая прямо в соответствии с таблицей в китайской книге Идзин скажет вам, что было, что будет и как поступить. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите очередное видео из серии «Самое оригинальное и красивое».